Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами ваша Крануша, это не прогресса Гнатика, это вторая серия, мы сегодня будем ее записывать, проходить, выложим на любой в этот день, когда вышла предыдущая, либо следующий, ой, на следующий, простите. Ну что, погнали. У нас одна из основных задач — грохнуть дракона. Найти кусочек нефилевой руды, если, господи, мы ее найдем, она нам нужна, блин. Не знаю что. Мне очень интересно, можно ли этого дракона пушкой вот это вот заставить, как мы с призрачным левиафаном делали. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Хорошо, мы oxygen сделали efficiency greatly decreased. Глубины. Хорошо, что краб, что циклоп. Если мы это найдем, то тоже будет очень хорошо. Это очень хорошо. Detect an alien materials and a massive energy signature. Reading originates within the natural structure at the center of this chamber. Так, я поняла, только в башку стреляем.
это, блин, ну и ведь никелевый рыбы. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Давайте рискнем поближе подплывем. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Engine powering up. I explode.
30 seconds. Massive energy signature. Reading originates within the natural structure at the center of this chamber. Слушай, скажите, что я надо зря время потратила, да, ребят? Оксиджен. Очень сильно помогает. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ну это чадо вроде за нами не поплыло. Thank you.
если вы меня посвятите тип данной махинации, иначе это не займёшь. Данный господин застрял. Где-то. А, вот. Здорово. Take immediately. Vital signs stabilizing.
ощущение, словно он летел по скорости активнее. Простите. Я его грохнула. Какая наша задача? Правильно найти эти края. Прикиньте, вот такой глаз. Хоба! Ей, мы грохнули его. Кто? Серебро. Systems online. Там-то есть, нам нужно помнить компьютер. Короче, нам надо очень много меди. Где ее взять? Не знаю. Его зачем выложила? Тоже понять не имею. Thank you.
engine powering down. Я не знаю, делать прискорбно. Я подлала, может, не проводила. Ага. Дерьмо, дерьмо с дерьмом. Где мы? Мы там, нам вниз по факту. Комплекс. Давайте загружаемся
Берем скрижальки и погнали. Вручную пойдем туда, извините. Но туда реально вручную, а в остальном виде, потому что я боюсь. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Нам оказывается вот куда надо. Что-то тут рядом, что-то тут рядом. Искала медь, нашла проход. Тоже верное дело. Welcome aboard, Captain. All systems online. It's low. Engine powering down. Завязку сбиваемся, погнали. Что сторона пропала? А, сканер. Медь? Что это за медь? Это организация, медь. Час
просто глаза закрыла, ребят, короче. Лишь бы меня за жопу сейчас не укусили. Черт. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Я знаю, что у драконов всего три, но четвертый добрый. Это все мы познали по этой игре. This room appears to be a biological archive, storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. PDA data. Каждого, блин, просто, блин, доли секунды сохраняемся. Он попытался, да, стэк. Сели порталы.
Это мы, блядь, где? Что это я пока что не хочу. Ну ладно, согласна. Такие условия. Я с ним не хочу и не буду, смысла нет с этими вот роботичками. Давайте посмотрим, куда этот портал идет. Я не вижу смысла активации всего вся. Думаю, это реально различные точки, различные места, куда она ведет. По карте различные порталы. Это прикольно, на самом деле. Это очень клево. Это район мертвой реки, судя по всему, где-то. Блять. Вон, дружок. Еще один. Черт ловишь. Но здесь я не вижу нигде моего любимого первого добра. Она мне тут писать сам сейчас. Знаешь, что не самая лучшая идея, так и в конце тоже, по-моему, он укуп потребуется. Сейчас финалочки.
пожалуйста, говорит, что это еще один телепорт. У меня он был один остался. Давайте глянем, куда он идет в конце концов. И загрузимся, если что. Не такая-то это и беда. Давайте выйдем, загрузимся и побежим дальше посмотреть. Думаю, сколько это за эти два месяца проходит, какой кошмар. Пора бы уже переключиться в нужное место. Integrating new PDA data. О, прикольно. Видали? Рыбонька там плавает. И все? А, прикольно. Тоже хочу покататься. Очередной портал, да? Наиграем в игру, куда же он ведет. Mm-hmm.
кажется, я знаю, где. А не враг, я понятия не имею, где. Это я. Если я схвачу пару лишних красивых растений, это будет неплохо. Да, загружаемся и не тратим просто на это ионнику. Нам очень может понадобиться. Проходим мы медленно, не спеша. Нам еще строить сраную эту. Как она обзывается-то? Кто помнит, как это что-то называется? Ракету, господи, чтобы улететь отсюда. Integrating new EDA data. Пришла, простите, ребят, ко мне моя кушиночка пришла, кошечка моя. Эти горошинка, иди сюда. Ати-кати-кати-кати. Ну, кого мама любит? Тебя, моя горошинка. Уж извините меня, пожалуйста, за такие нежности. Вот такой сладкий пушинчик пришел. Ну, как-нибудь с тобой покажемся, да, горошинка? Чеши меня. Пришла ластиться об ноги и типа чеши меня. Мамка. Ну все, ложись, горошинка. Ложись, держись. Ты что-то лежать, ну давай. Ну вух, ну вот все. Ну вот и легла она на полу рядом с ногами. Что вот эта часть, это финалочка. Давайте вниз спустимся, все отпизданяем вниз. Ну, туда еще. Мы оттуда пришли. Гениально. Нам туда. С этими роботами я сражаться не планирую. Нас пускаем нашего персонажа явно. Дело. Ну давай, мать. Махалай, махалай, вещай. Блядь! Are you here to play?
Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freedom that the others tried in vain to take. With the passage you have opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give this secret willingly. New blueprint acquired. Опять горошинка пришла, ребят. Нет, проводки нельзя кушать. Нет, проводки кушает эта девочка. Кушенька. Ты покушала? Все кормом пахнет. Морское вино и был, призрачная водоросль была. Гриба обычный гриб надо запилить. А клубнику это что? Вот это? Это мозговой коралл. Вот он венец. Есть щелочка. Папирус. Жила по гейбу. Бедный гейб. Plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit.
Блин. Простите меня, весело с того, что назвали эту штуку лапой Гейба. Бедный Гейб. Seek fluid intake. Я единственное не помню, где клубнику собрать. Остальное, в принципе, у меня вопросов не вызывает. Все остальное у меня вроде как есть. Нам надо на первую базу вернуться, ребят. Типа пришло время, походу. Ну, давайте вернемся сначала на вторую, а оттуда на первую. Мы давно... Сейчас много времени потратим. Жопа тут творила, сраные инопланетяшки. Видишь, сколько дерьма из-за них случилось? Нам надо за нашей лодочкой вернуться. Че еще нам надо? Я понимаю, наверное, старую базу. Давайте на самую первую поплывем. Даже с этой заберем все, что нужно нам. Под это батарейки, под туда-сюда. Ну, давайте активируем с первого портала тут. Мы же его вроде как активировали, но не до конца. У него нет ДПШ.
Да, мы тратим, я бы сказала, драгоценное время, но все же надо, надо сделать. Эти горошки. Я не ошибаюсь, это район горного острова. Да? Да? Все верно. Заблудишься немножко. Welcome aboard, Captain. All systems online. Vital signs stabilizing.
Engine powering up. A head slow. Standard. Flagged. Emergency speed. Warning. Vessel calculating. Excessive noise. Warning. Engine. Overheat. A head slow. Warning. Fire detected. Thank you.
Seek fluid intake. Поняла. Косяк. Vital signs stabilizing. Ahead standard. Engine powering down. Welcome aboard, Captain. Блин, было же, что я выложила. А на Авроре-то не Олимпус. Олимпус там. Welcome aboard, Captain. All systems online.
обратно закидывать, да, везли так. Теперь везем обратно. Мало ли понадобилось бы. Как видим, мне понадобилось. Ну, все равно. Заполняем, заполняем, заполняем. Пожалуйста, скажите, что я кианит не просрала. Что у меня есть еще немножко кианита. Пожалуйста. Ладно, еще один кианит. 3 кианита есть. Что, не дай боже мне спускаться опять в те края. На крабе. А, ну хотя, да, это уже не так много. Жопа займёт. Нормально. Сделаем. А, зона куш, я знаю где. Сейчас будем выбираться, выплывать, и надо этот... Я понимаю, что занимаюсь проверять натуральной херней. Иначе не выразишься.
calorie intake recommended. Welcome aboard, Captain. All systems online. Welcome aboard, Captain. Seek fluid intake. Так, ну перетащить, перетащили. Ой, надо покушать. Так, раз, два, три, четыре. Vital signs stabilizing. А! Нет. Thank you.
карточку. Прошу прощения, народ, я быстро. А я разве тебе не давала? Сидела. Давайте попробуем никель поищем. Сами же никель вроде, если есть, что сомнительно. На сторону точно нет. Заложим никель на нем, будет очень прекрасно. Пришла моя любимая дорожка, кошечка моя, и охотится на проводки. Нельзя. Позже. Испугалась. 30 секунд. Вот Thank you.
самом деле. Длинными кусочками она растет. Он растет. Чудо мне. Буду чего угодно, что он богато, как говорится. Халой, махалой, погнали на свою первую базу. Engine powering up. Engine powering down. Welcome aboard, Captain. All systems online. Engine powering up.
a head slow. Давайте загрузимся, я нахрен заблудилась. В этой фигне. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Если что, запись. Чего? Номер скинула. На скриншоте. Там увидишь. Thank you.
Engine powering down. Welcome aboard, Captain. Три ингредиента есть. Надо клубнику найти, понятия не имею, где патроны. Возле зоны крушения, гор где-то там, знаю, значит. Да. Куда-то туда, короче. Но там Левиафан. Левиафан. Даже нет. Левиафан. Привет, мой русский. Как это хрень называется вообще? Кационные ферменты.
Student Online. Я искренне надеюсь, что руки они там. Не дай бог мне придется переодеться. Ну, на это что-то разобрала, дочка. Welcome aboard, Captain. All systems online.
Хорошо, поняла. Thank you.
Seek fluid intake. Один, два, три, четыре. Сраный клубнику снять я не могу. Беда какая-то. А чё, не займёшь? Vital signs stabilizing. I'm not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been.
Welcome aboard, Captain. Ты как понимаешь, что это придется, но я не могу найти. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ну, не советовала. Буду тупо плыть вдоль дна. Мать твою, ребята, это знак. Hey!
банана. Нет. Нет, ну а когда мне надо? Помните, когда мы телепортировались, ну, изучали телепорт и так далее? Мы освобождали одного из мест, короче, возле одного из порталов. Там были клубни кусты, я вспомнила. Отстой. Погнали домой, чё. Потом обратно к горному острову, там допашимся к Леофану.
оттуда вылезаем. Геморрой, конечно, что поделать. Нам нужен ионный куб, который у нас на циклопе. Это хрен же на изготовителе готовится. Все с собой возьмем и на циклопе поставим. Горного острова. Туда-сюда поплавали. Ничего поделать, сорян. Welcome aboard, Captain. All systems online. Engine powering up. Thank you.
engine powering down. Это усики, господи, ну это рыбки какие-то хотел уже поймать. Не помню, честно говоря, толком какой из порталов, то ли этот, то ли в ту сторону, то ли вот со стороны, где залез сейчас. Координаты, по которым я тоже не подсказывала, там все плавно, мне подсказали. А вот именно вот это вот вспомнилось, что, блин, когда подбегала, видела какую-то розовую фигню. Очень боялась, что это вон та хрень воздушная. Когда
помните, ты подбегаешь, типа, воздух напыляешься. Ждать геморройника побегать придется. Сори, тоже уже приходит сюда. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Помните, еще миллион лет назад вот здесь вот мы плавали, но мы не видели этого чертового портала. Welcome aboard, Captain. All systems online. Я как вспоминаю, на этом острове на них чертов чуть ли не бабочек ловила. Какой стыд. Куда сейчас? Насколько сильно продвинулась? Спрогрессировала, получается. Класс. Я с собой довольна. Да, долго, очень много времени все это занимает. Я понимаю, следующим этапом у нас будет включение этой херни и строительство ракеты, ну и полетим, но это уже в следующей серии, ребята. В этой серии я этим заниматься уже не буду. Ресурсов довольно много различных на этом. Товарищи, устроиться на границе своей базы. Руку вот так вот делать, Чё-то отвалилось. Это не так, как не повелюсь. Они все к маме плывут, к своей. Ой, один ко мне долго вылупляется.
Еще один ты застрял. Отлично, ребят. Она устала, бедная. Все, поплыли. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Пока. 30 seconds. Да, по-моему, я все-таки перепутала. Кое-что. Давайте сделаем, подержимся. Втекаемся. Чтобы не бежать, нужно бежать дальше, чем идти. Чем плоть. Self-scan complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection.
образец крови. Что-то где-то перепутал. Что, дамы и господа, будем завершать нашу гигантскую серию. Всем большое спасибо за просмотр. Она вышла действительно очень большой. Всем всего хорошего и пока-пока.